Всем привет! На даче нашли на заброшенном участке вот такой заброшенный куст винограда. Он вот, вот так вот выглядит. Крупные ягодки. Его ничем никто не обрабатывал. Как рос, так и рос. Вот такие ягоды уже мягкие, но еще не совсем спелые. Я так понимаю, что им еще трошки спеть надо. Но на вкус уже такие сладкие. Вот интересно, что это за сорт такой. Если у кого-то такой есть, напишите в комментариях. А я себе, наверное, черенков осенью наберу с этого куста. И посажу себе. Такой он большой куст этот. Смотрите, какие ягоды. Беги, Митя. Вот, вот эти ягодки уже, скорее всего, спелые. Беги, зайчик. Угу. Я пошла к папе, мама. Хорошо. Но ягоды вкусные, сладкие. Кожица у них плотная. Такая, ну, хочется выплюнуть с одной стороны. Но вкусный.